Друзья, мы подходим к особо опасному объекту, там, где находятся курочки. Сгнившими заборами встретит моя родина путника кривец. Ямами да кочками, водочкой, грибочками, паром баньки с прорубью катает сласть. Так нельзя. Будешь снимать? Я тоже хочу. Будет просто зря. Лай собак всю ночь. Выходим, открываем, открываем. Кто открывает дверку? Выходим, выходим, выходим. Все. Это очень опасно, курочки могут укусить. За нос. Цап. С головою что ли беда? Андрей, а разве можно курочек обижать? Мне кажется, что нельзя курочек обижать. Нет, типа. Нет, Лёха! Вот петух. Где? Вот он где? Петухи. Это хулиганы малые. Ай-яй-яй. Мы подходим к особо опасному объекту номер 2. Пойдемте посмотрим, что там находится. Сизыми туманами даль росою пьяная всех накроет лей. Завершим соседом мы важною беседою у костра под яблонькой трудный божий. Так нельзя, пишут родине друзья, мол, пить-то вкалывать-то только я. Все не укусится нос. Да просто я здесь навсегда. Ну, пойдем посмотрим. Что тут? Мы пьем. Где мы пьем? Где мапия? Маленькая рыбка там? Где? Так а что с ней надо делать? Где? Да. Где мапия? Какая фалётая вода. А разве так можно, Андрюшка? Нельзя так. Ой, да. Какая фалётая. Какие? Опугала. Какие как? Боита. Где вы? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не-не, там теплая водичка. Всё,
Да. Теперь у меня... Ручки сюда засунь. Ёлки-палки. Я хочу... Вот она, хочу её. Да. О, мобиль. Где здесь хоть? Таурил. Бегу. Теперь она тёпикая. Теперь надо её. Давай рыбку сюда. Хочу вот туда. Вот она. Где-то. А, видишь, большая рыбка. Фи, она как делать? Согрелась уже? А, ты думаешь, что холодно рыбке? Давай туда теплую водичку подольем. И чё вот? Давай... И чё надо вот там? Ещё вода? Да, да. Молодец. Ты, Андрей, сам ручки ведерков туда погрей. Погрей ручки. Что там, Аяленька? Какая она тёплика, ёлка, вода стала. Хотите? То, всё. Она ещё! Ну, вода! Какая она! Как она это делает? Как они это делают? Вот, не упаковали это. Что? Маме? Сюда. Конечно, пошли уже, всё. Хватит. Андрюшка. Андрюшка, ну что, расскажи. Тебе понравилось с рыбками играться? Нет. А тому они не фолохали меня, а мочили. Рыбки тебя намочили? Mm-hmm. Не mm-hmm. сам ты намочился, а рыбки тебя намочили? Да. Честно? Mm-hmm. Сейчас будем снимать, как Арсений бутылочку с рогатки переворачивает. Давай, Арсений, посмотрим, как ты научился. Так, смотрим. Не попал. Покажи рогатку. Какую? Рогатку покажи, покажи. Даю рогатку я сломал. Ты она... ее сломал? Да. А как ты ее сломал? Она пустотовая была. Старая рогатка? Да. А ты не виноват? Нет. Понятно. Давай, молодец. Не-не-не. Сам, конечно. Молодец. Теперь что, поехали? Подожди, надо же целую набрать. Вот так? А? Угу. Не дерись палкой, ты что? Ой, принеси. Давай вот это. Вот это. Я буду сам. Паруся, ты куда побежал? Арсений, давай, помогай. Давай.
что вы делаете? Вот молодец, Арсений. Целую тележку загрузил. Молодец. Давай, сейчас сам повезешь ее. Вот, сильно. Ну-ка, постарайся. Давай. Вместе? Ну, ты попробуй еще сам. Попробуй еще сам. Вдруг получится. Вот молодец, Арсений. Привез целую тележку. Молодец. Шапочку? На, держи, одевай. Молодец, Арсений. Ты сам целую тележку привез? Ага. Андрюшенька, посчитай, сколько котиков. Посчитай. А, не умею. Давай, считать. Один, дальше. Два и три. Рыженький третий, да? Ну, какой рыженький, да? А это серенький, да? Они травку не кушают, они пьют молоко. Нет. Молочком. Они мышек едят. Нет. Давайте я положу кучку. Положи, положи. Вот, возьми вот так ручки. Возьми вот так вот ручки, как тебе Алена показала. Вот так вот. Вот такого маленького котика. Себе прижми котика, по себе. Ой, видишь, какой красивый, не? Да, только ручками. Я тут тебе пальчиком. Ой, теперь тебя любит так котик, да, дружка? Капец. И Сенька не любит котика. Подержи его, держи. Куда ты его несешь? Не бросайте. Держи его. Где? Капец, котика такого. Давай деду посмотри. Ничего, сам держи. Держи. Держи, не? Вот такой. Рыженький котик. Давай еще держи. Держи. Давай, мы тебе. Вот такой. Раз, держи. Где? Вот такой, держи. Где? Котик. Капец, ну. Маленький. Ого! С веслоухими скрестить как-то. Где? 800 Сенька, да? По сколько там рублей продавать? Стоит. Уже миллион. Тихо, Паша. Такой большой, Сенечка, да? Ого! Так, хулиганье малое. Хороший котик. Ого! Они скоро научатся бегать. Мяуко! Он пока говорит, что нету котиков уже в коробке. Котики обычно падают. Тихо. Они такие интересные. Сеня, аккуратно. Вот так вот их надо. Внимание. Три котика у нас. Где? Вот все, каждому по котику. Все по котику, да, языка снялась. Все по котику. Бери дружку своего котика. Сеня. Я тут люблю. Рыжий своего, да, котика. Тебе котику понравился рыженький котик? Костя, тебе помочь? Все по котику. Ну. Ого! Все по котику. Положи котика. Все по котику. Для котиков никто не держит. У него глазик открылся. Говорите пока, котик. Пока, котик. Пока, котик. Пока, Пашенька. Маши пока. Пока. Ну, говорите пока, котик. Пока. Настал долгожданный у нас момент. Мы идем в баню. Долгожданная баня. Ты идешь в баню, Арсений? Ага. Ты мыла. Мыться уже идешь? Да. Хорошо. Снимай ботиночки. Ну что, Арсений, попробуем в баню зайти? Ага. Так, давай, заходи. Я тебя жду в бане. Давай, заходи сюда. Парилочка такая. Ну что, как? Не жарко тебе? Ага. Жарко? Нет. Хорошо, да, в бане? Ага. Отлично. Да. Класс.
Ну что, будешь, может, садиться? Нет. Нет? Будешь садиться? Нет. Садись сюда на мое место. Нет. Нет? Будешь стоять? Нет. Что, уже хочешь выходить? Да. А что, жарко? Нет. Или еще чуть-чуть попаришь? Нет. Может быть, веничком? Нет. Ну хорошо, пошли. Touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Ну как, тебе в бане понравилось? Да. Очень? Ага. Что там интересного в бане? Тепло там, да? Тепло. Так, давай-ка. Тепло. Класс, да? Ну что, пошли еще чуть погреемся. В бане тебе очень нравится, да? Ага. Класс, пошли. Ой, дедушка, посмотри, как там. Ой, тут вообще жарко. О, как жарко, да? Убежай быстрее. Осторожно, не упади. Ну как, классно? Ну, посмотри, ты даже вспотел чуть-чуть, да? Ну что же вы, девчонки, мечтаете о принцах? Понятно, что у принцев смазливые лица. Как быть простым же пацанам? На грудь посмотришь сразу хам. А у девчонок ветерок дует, дует между ног. Когда такой, как я, проходит мимо паренек. Oh, you touch my tra-la-la. Друзья, ну что, как вы понимаете, после бани вообще выпивать не рекомендуется. Особенно водку, потому что после водки расширяются сосуды. Как вы знаете, также и после бани расширяются сосуды. Поэтому эффект складывается. И именно по этой причине мы после баньки только компотик. Только компотик. Теперь я. Ой. Я тоже люблю пить компот. Это деткам полезно. Только так, после бани, никак иначе. Андрюшка, скажи, пожалуйста, хочется тебе уезжать с деревни? То ты хочешь тут еще остаться чуть-чуть? Скажи, пожалуйста, Арсенюшка, а тебе что больше всего понравилось в деревне? Цветочки? Деревья? Нет. Листики? Нет. Сирень? Ага. А, тебе больше всего в деревне понравилась сирень. Да. Друзья, все, в деревне мы говорим пока. Но чтобы не уставать с дороги, я вам покажу один маленький лайфхак. Ловите его. Вот обычный лайфхак, как не уставать в дороге за рулем. Посмотрите внимательно. И все. Никакой усталости, только свежесть и бодрость. За баню. You're simply the best.